Всем привет! Как вы помните, совсем недавно Национальный банк выпускал серию монет, и вот даже вот такие альбомы. У меня их, кстати, три вида, которые официальные нацбанковские, в том числе с ошибкой. Вот отложил их себе на память. Кто помнит, где ошибка в этих альбомах была, напишите в комментариях. Вот видите, вот так вот даже прокладочку такую делали. И монетка в них вставлялась. Вот, допустим, когда вот этот получается самый... Это у нас что? Тут Астана. Нет, это не первый альбом. Один из первых альбомов, это, наверное, вот этот вот у нас. Ну, это не важно. Важно то, что была такая замечательная серия из 16 монет, которая называлась «Города Казахстана». И вместо герба Республики Казахстан на полтинничках изображался герб того или иного областного центра. Вот, кстати, видите, интересная вещь. Монеты лежали в альбоме, и появилась вот такая патина, да? Вот здесь вот хорошо видно, здесь вот хорошо видно, патина появилась. На вот, на октябре чуть-чуть еще это. То есть, со временем, даже если они будут лежать, то есть, скорее всего, они вообще полностью темными закроются. Было 16 монет, 16 областных центров. Но дело в том, что как вы знаете, в 2018 году было принято решение о том, что теперь Шымкент будет иметь статус города республиканского значения, а, соответственно, Туркестан стал областным центром. И получается такой небольшой казус. То есть Шымкент, он, в принципе, в этой серии нормально гармонирует, ну, потому что есть у нас там и Алма-Ата, да, и у нас есть и Астана, но у нас нету монеты с гербом города Туркестан. И как мы считаем с Игорем Павловичем, что было бы вполне логично выпустить монету с гербом города Туркестан. Было бы, ну, очень-очень логично, и для того, чтобы, во-первых, оживить эту серию. То есть к 16-й монете добавилась бы 17-я монета. Коллекционеры, я думаю, обрадуются. Если кто-то не обрадуется, пишите в комментариях. Ну и те, кто обрадуется, тоже пишите. Мы считаем, что эта монета просто нужна. Она логична, она правильна во всех отношениях. Поэтому давайте проголосуем своими лайками под этим роликом за то, чтобы предложить эту идею. Вот мы предлагаем эту идею, чтобы Нацбанк выпустил 17-ю монету город Туркестан. Всем удачи! Смотрим ролик, делимся с друзьями, кто поддерживает эту идею. Ну, я думаю, сами жители города Туркестан тоже к этой идее отнесутся очень-очень позитивно. Всем пока!